растение называется капельное орошение. То есть вы обращали внимание, практически во всех парках, во всех садиках небольших, в любом городе, каждому дереву, каждому кустику подходит пластиковая трубочка. И там небольшое отверстие, через которое по капельке в течение дня поступает необходимое количество влаги к корневой системе. То есть экономия воды на лицо и воды предостаточно. Поэтому зеленая страна у нас. Чего, конечно, раньше при, во время турок не было здесь. 400 лет турки правили. Здесь вот одни были только болота малярийные, леса были все вырублены. И вот за 70 лет существования государства Израиль эта земля уже превратилась в райский садик.